А теперь к новостям спортивным. В минувшие выходные стартовал турнир по мини-футболу памяти нашего коллеги Абдуллы Алишаева. На соревнования заявились 32 команды из городов и районов Дагестана. О матчах первого дня расскажет Камиль Девятов. Футбольный турнир памяти Абдуллы Алишаева проводится не случайно. Футбол, как известно, командная игра. И сам Алишаев был человеком, работающим в команде своих единомышленников, о чем не забывают его друзья и коллеги. Действительно, мне посчастливилось, я могу твердо сказать, посчастливилось быть знакомым, быть другом Абдулла Алишаева, быть соратником в его работе. Мы неоднократно выезжали в горы. Он не только был журналистом, он и заменял нужный момент, и мог быть и имамом, мог быть и проповедником, алимом, рассказывать об исламе, потому что много маджлисов, много мероприятий я участвовал вместе с ним. И, естественно, жизнь, которую он отдал, жизнь, которая оборвалась в его молодые годы, она заслуживает, чтобы мы о нем помнили, потому что жизнь он отдал за то спокойствие, за тот мир, в котором мы сейчас в Дагестане живем. Уже сегодня у организаторов турнира есть планы проводить соревнования в честь погибшего журналиста ежегодно. В мероприятии приняли участие друзья Абдуллы, родные и близкие ему люди. Ну, это большая радость, прежде всего, что моего брата помнят, что его именем назвали такой турнир, где молодежь объединяется в команды, играет, выступает, завоевывает места. Конечно, вообще в республике такая тенденция пошла, что именем многих наших людей, кто работал на благо республики, называют турниры, различные мероприятия, конные пробеги, конные забеги. Я думаю, это хорошая тенденция. А то, что имени брата, конечно, это большая радость. Огромная бархала всем, кто принял участие в том, чтобы организовать, тем, кто придумал, тем, кто пришла мысль это. Вообще всем огромная бархала от меня и от всей нашей семьи, от семьи Алишаева. В день открытия турнира на поле вышли 8 команд. В стартовом матче команда «Рестор» из Чародинского района взяла верх над футболистами из Ботлиха. Но до начала игры был символический момент – первый удар по мячу. Сын Абдулла Алишаева с точки не промахнулся. Я сделал это! Организаторами учреждены специальные призы. Их получат лучший игрок, лучший защитник и командный приз за волю к победе. Камиль Девятов, Курбан Рагимов, телеканал ННТ, Махачкала.